На этом месте еще недавно была огромная лужа. Росли старые деревья с сухими ветками. А детям приходилось играть в соседних дворах. А сейчас так же быстро, как растут грибы после дождя, практически построили детскую площадку. Для нас как раз вот эта площадка самая актуальная, да, потому что, ну, сейчас внуками гулять где? Вот, будем сейчас гулять здесь, будет все хорошо. Вот, и будет, во-первых, покрытие будет травмобезопасное, дети не повредят ни руки, ни ноги, и будут качельки, детский город, ну, то есть здесь будет все для того, чтобы дети наши отдыхали. Зона отдыха, детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, урны, газон, молодые деревья и кустарники. Такой дизайн-проект жители разработали сами. Подрядчик выполнил 80% работ. Осталось внести последние штрихи. Подготовка площадки под травмобезопасное покрытие. Ограждение мы здесь устанавливаем, освещение, благоустройство делаем, засыпаем землей, сажаем деревья. По программе формирования комфортной городской среды в Самарском районе приведут в порядок 4 площадки. Благоустраивается на основании пожеланий жителей. Вот на данном адресе были очень сложные деревья, тополя, они старые и очень ломкие, поэтому было много мероприятий по корчеванию пней и удалению старых деревьев. В День знаний жители ближайших домов смогут уже привести детей на новую детскую площадку. В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» облагоустроят Крымскую площадь, сквер Фадеева, сквер у храма Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов и 40 дворов. Елена Малютина, Максим Гусев. События.